Всем здравствуйте, доброго, чудесного вечера. Нахожусь я в центре, в городе Баку. Приехали с супругом немножко развеяться, погулять вечером. И вам поснимать. Не так закончили ремонт. Малаканского садика. Садика Хагани. Вот сейчас я хочу вам тоже показать, как сейчас выглядит сад по-новому. И самой интересно посмотреть, как и что изменилось. Несмотря на непогоду, молодежь гуляет, отдыхает. Здесь раньше стояли машины, видите? А сейчас здесь прогулочная часть. Я считаю, что правильно и сделали. Можно безопасно гулять, наслаждаться видами. Молодцы. Увеличили прогулочную часть. Видите, как меняется на глазах город. Обязательно приеду и днем поснимаю, и вам покажу. Все освещено, все подсвечивается. Скамеечки. Красиво. Какая интересная задумка. Цветы везде. Вот так вот машины проезжали, здесь была проезжая часть. И даже не скажешь, так удивительно, все так быстро изменилось, буквально за несколько месяцев. Молодцы. Надо отдать должное. Я за то, чтобы в центре вообще не было машин. Больше было прогулочных мест. Напишите, мне будет интересно узнать ваше мнение. Молодежь гуляет, отдыхают. Приятно, когда люди идут и улыбаются. И настроение хорошее, и ты заряжаешься тоже позитивом от них. Я вообще по жизни оптимист, не люблю грустить. Стараюсь всегда подбадривать себя
И моя бабушка покойная тоже такая была веселая. Всегда оставалась оптимистом. Так легче жить, мне так кажется. Ну и верить в хорошее, это самое главное. И к такому настрою, мне кажется, притягивается больше позитива. Когда ты по жизни оптимист и радуешься каждому мгновению, каждому дню. Сейчас я рассказываю про себя и благодаришь Бога за каждый прожитый день. Да, конечно, бывают ситуации, когда тебя что-то очень огорчает, расстраивает, ты переживаешь за что-то сильно. Но все равно надо верить хорошее. Так легче. Хочу всем пожелать здоровья, мира, добра и благополучия. Честно говоря, людей даже больше вечером, чем днем. Днем пройдешься по центру и никого нету. А вечером больше как-то все. Или в основном люди работают, молодежь учится. Еще выходной день. Наверное, с этим связано. Дождик усилился. Я давно под дождем так не гуляла. Я вообще люблю любую погоду. Мне кажется, наш город Баку прекрасен в любую погоду. Кто-то, я вот смотрю по людям, кто-то прячется от дождя, у кого-то зонтики, а кто-то вовсе радуется. Такую погоду хочется укрыться пледом где-то в лесу. У камина. Романтика. Или выпить горячего чаю или кофе сейчас. Согреться. Thank you.
Мы зашли в Мадо попить чай. Сейчас что-нибудь выберем к чаю. Честно говоря, я только чай хочу. Или кофе без десерта. Ну, такие интересные, смотри, десерты здесь. Я люблю, когда меню с картинками. Сразу все наглядно видно. Турецкая кинофе. Много всего вкусного. Это мороженое. Пахлава. Значит, вот эта порция стоит 16,50. Вот это три штучки 9. 22,50. Как аппетитно выглядит. $8.80. Чай стоит 12 манат. Вот выбрали Мадо тропиканский чай. Фруктами, с розой, с горными цветами. Да. Турецкая пахлава. Хорошо посидели, попили чаю, прогулялись. Сейчас поедем домой к деткам.
едем к метро Низами. Сейчас будем 18-ю школу проезжать. Вот она. Там метро. Метро Низами. Едем по Тбилисскому проспекту. Подъезжаем к 20 январю к метро. Республиканская больница. Фасад реставрируют. Проехали велотрек. Интересно, пробки будут или нет. Обычно на этой трассе всегда пробки. Выезжаем на трассу Баку-Сумгаит. Да, пробки. Ой, огромные. Дороги. На этой дороге всегда пробки. Что утром брат едет, Алечка везет. Днем, правда, не совсем утром они едут. К 12 она должна быть в школе. И тоже жалуется. Такой сильный дождик пошел. Но обычно после такой хмурой пасмурной погоды наступает теплые дни. Я надеюсь, циклон пройдет, и у нас будет опять тепло. Мы почти доехали до Нобханов. Спасибо всем огромное, кто меня смотрит, кто оставляет добрые положительные комментарии. Хочу пожелать всем мира, добра, здоровья. Смотрите вы канал «Солнечный край». Я буду дальше радовать вас новыми роликами.